Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова, и сегодня речь пойдет о знакомом нам всем продукте. Это гель для интимной гигиены, и я держу в руках сейчас пустой флакон, объем 300 мл с дозатором. Очень удобный, очень классный. Вот он у меня закончился, и я хочу вам представить новинку. Этот продукт появился у нас в 10-м каталоге, и в 11-м его тоже можно приобрести со скидкой. Это Refill, тот же самый гель для интимной гигиены, 300 мл объем, но на 73% меньше пластика. То есть сейчас мы и экономим, по цене каталога разница 60 рублей, и экономим на пластике, то есть заботой, с любовью о планете. И что я сейчас сделаю? Мне нужно просто легким движением руки отрезать уголочек Refill и перелить во флакончик. Итак, сделаем это. Открываю упаковку геля, который у меня закончился. По линии, где показана линия отреза, отрезаем и аккуратненько переливаем гель. Смотрите, как все просто. Справится даже ребенок.